Шенсене. Битком. Сидячие места закончились, приходится ехать в стоячем положении. Кататься едем. Люди с бордами. Прямо в проходе стоим. Ехать час примерно. Но другого выхода нет, другого варианта просто нет. Зато быстро. В автобусе часа 4 надо толпиться там. В пробках. А здесь без пробок все нормально. Летим. Приехали. Вот здесь выход с Шинкансена идет. Станция называется... Сейчас покажу как. Ичига Юдзава Стейшн. Вот, выход там на улицу. Вот уже снежок, все, буквально час от Токио на Шинкансене и в зиме. Назад час, и вы осенью уже там. Тут вот такой находится рынок. Правда, сейчас все закрыто. Нет, нифига ничего не работает. Ну, может быть, потом откроется, вот. Поэтому пока достопримечательности посмотрим, еще до как. Вот еще визитор центр. У них там есть для гостей. Вот. Вышли. Какая-то хибара. А как называется автобус? Нагарите? Не шаттл? О-о-о. Лёва. Френдли за 3000. Да, что-то какой-то не френдли совсем. Ждем автобус. Вот такой вот, или другой. Чтобы ехать на склон. Потому что нам еще ехать, нам и ехать. Ну, мы продолжаем. Вот мы в автобусе. Маленький отрезочек. Едем. Вот. Так выглядит за окном. Видок. Автобус похож на старый карус, как у нас в России. Он старый, но едет. О, запах такой же. Дизелем. Вот и выхлопные газы немного идут внутрь салона. Подванивает. Ну, как вы видите, вот время 8:40. Мы выехали в 7 с Токио. В 8:10 мы были на станции, пока чё как там покушать, перекусили в комбине. Вот уже 8:40 мы уже, считай, на автобусе. И в 9 будем, грубо говоря, на склоне. Очень даже рано приехали. Если на автобусе ехать, то будешь там где-то в 11 часов, не раньше. 11, даже 12. А склон закрывается в обычное катание в 4:30. А если едешь, ну, как бы на найтер, то это с 6 до утра там он. С 6 вечера до утра. Думаю, нам часов 5 хватит. Даже больше, наверное, там 6 часов где-то будет до катания. Вполне нормально. И красивые горы. Снег. Даже как-то необычно видеть такое количество снега. Вроде так недалеко отъехали. Это Нагано. Километров 200 где-то, 200-300 от Токио. То есть, даже нет, скорее всего 200 где-то, да. И уже снега, холодно. На улице минус где-то 5, скорее всего где-то так.
Вот я наконец-то на вершине. Здесь открывается хороший панорамный вид. Как вы можете видеть, замечательный. Выглядит прям вообще офигенно. Здесь написано, что куда, какая вершина, как называется. Вот подъемник здесь. Вот в ту сторону идет черная трасса. Ну там как черно-красная. А вот в ту сторону идет зеленая. Вот так вот. Сейчас поедем, покажу, как там спуск. Я, правда, по этой стороне еще не ездил. Снова я. Вот я на вершине. Как вы видите, отсюда открывается замечательный вид на горы. Такая вот панорама. И здесь такой экстремальный спуск вниз. Тут девчонки фоткаются. Хотят снежок бросить. А снег мокрый, плохо летит. Да, жара здесь в жуть вообще. Вроде не очень высоко, а жарко. Сегодня, в принципе, наверное, плюс 5, наверное, или там что-то в этом духе. Ну вот, сейчас жду своих товарищей, должны подняться и поедем. Вид, конечно, классный. Потеря высоты. Давай. Езжай, Лёх. Серега крикнул, поехали. Я потихоньку поеду, если вы не против.
связь.